И всем привет, с вами Александр Навасов. В данном видео сегодня я буду распаковывать Samsung Galaxy A6 Plus. И прошлый видеоролик где-то потерялся, и я его не выложил. А в этом видеоролике именно я его выложу. Поэтому погнали. И, кстати, сейчас. Поэтому приятного вам просмотра. Итак. Так как вы уже поняли, я сегодня буду снимать вот это. Есть чехол. Это я уже все распаковал. И будет, наверное, такая маленькая распаковка, потому что все я уже знаю. И поэтому удивляться ничему уже не буду. Прошлый видеоролик потерялся, где я снимал распаковку, поэтому придется заново ее снимать. Ладно, открываем. Так, сразу здесь реклама, убираем рекламу, она мне нужна. И теперь что еще такое? Реклама какая-то, реклама идет, чеки всякие, не, какая-то тоже реклама. И вот оно, вот оно. Вы готовы? Да, это оно. Ребят. Это оно. Как его вытащить? Вот так вот, наверное. Втаскиваем. Втаскиваем. Во. Так вот. Все, там больше ничего нет. Погнали. Итак, дальше, смотрите, мы уже все распаковали, и у нас тут осталась только вот эта вот фигня. Отклеиваем ее. Так, берем вот. И вот оно. Вот оно все. Вот. Так оно блестит. Вот такой вот. Ну и все. Вот так вот. Это все выглядит. Вот. Так вот как-то. Даже вот покажу. Вот так. Ну давайте я его включу тогда уже. Так как у меня уже все сделано, у меня уже здесь все готово, и поэтому здесь проблем никаких нету. Ну вот, наверное, вам все будет видно. Может быть и нет, поэтому я сделаю экран. Итак, здесь у меня уже все скачано, тут у меня всякие разные, вот игра есть, есть Google, есть YouTube, есть какие-то вот такие вот, сразу показываю, какими программами я пользуюсь. В этих программах есть ВК, Instagram, здесь есть Skype, Discord, WhatsApp, Telegram, вот так вот. Дальше идут программы. В программах есть Steam, переводчик, 4K Wallpapers, это то, что у меня сейчас уже есть. А Imp — это для воспроизведения музыки, Зайцев нет, это музыка. Followers Assistant — это управление подписчиками. Лайки Instagram — это лайки, счетчик лайков. SVB TV — это телек. И Effectum — это программа для изменение видео. Геокэш — это геокэш, кто знает, тот знает. Это вот так вот оно работает, геокэш, ребят. Но извиняюсь, но геокэш сейчас я не буду включать, потому что нет, зачем вообще его включать. Есть всякие фотолэб, это типа изменение фотографий. Кьют рингтон — это обрезать там музыку, там, и так вот как-то. Video Rotation — это перевернуть видео, и там к нему музыку вставить, и, в общем, вот так вот. RAR — это файлы RAR, и VCL — это тоже, как бы, видеопроигрыватель.
Варта же у меня Tumblr Amino и ASM. То есть тоже Amino. В Amino у меня есть, я вам сейчас немного покажу, что у меня там есть ошибка, потому что у меня сейчас нет интернета, поэтому из-за этого у меня не показывает Amino. Но вы можете подписаться на меня, ссылки все останутся в описании. Ну, а все остальные продолжения вы уже знаете, наверное. Ну, вот как-то вот так вот получилось видео. Я проверяю камеру, то есть я даже вот... Вы даже вот можете посмотреть, как я это все проверяю. Могу я это сфотографировать, если вам нужно, и посмотреть, как эта камера показывает лицевую сторону. Вот так вот у меня сфотографировалось в данный момент. Вот так вот. Также в камере присутствует специальный, фонарик, который включается, чтобы снимать. Это в лицевой стороне. Да, это круто. Это вообще круто. Так, можно выключить. Также и на задней стороне тоже есть. Вот как это выглядит на задней стороне, на основной камере. Так это выглядит на основной. Извини, что-то не сработало. Также в нем есть всякие разные такие штучки. Например, у меня сейчас работает секундомер. Тут Wi-Fi, тут есть беззвучный режим пока что. И вот всякие разные. Я использую в данный момент, я использую экономию энергии, чтобы не разрядился. Ну, так остальное понятно, наверное. Яркость, можно здесь яркость поубирать, чтобы было темно, светло, ну так вот как-то. Я думаю, нормально вот так вот, чтобы было. Вот как это выглядит на уже четкой камере. Чтобы вы по четкости понимали. Например, можно поставить так, убрать экономию заряда. Кстати, здесь можно посмотреть, как это все делается. Сейчас у меня обработается там. Обработалось, все, у меня обралось, по-моему. Эта штука, и стал он ярче, по-моему. Ярче, да. Всякие разные настройки. Я поставлю вот так вот. И обратно его включу. Тоже можно поставить здесь, применить, и будет у меня еще 4 часа. Да, нажимаю применить, и у меня включается опять тот режим, который у меня был. Так, и я могу пользоваться еще 30 часов телефоном. Ну вот, в общем, на этом, наверное, все. С вами был Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео, и всем удачи, и всем пока.